Вот так празднуют граждане Ульяновска День народного единства. Несмотря на непогоду, люди идут и поют песни, и, конечно же, нанесут разноцветные флаги. Ульяновцы со всех районов города каждый 4 ноября стартуют с площади 30-летия Победы. Традиция объединила разных людей – учителей, студентов, врачей, работников заводов и фабрик. Считаю, что любая демонстрация, она должна быть естественной. Выходить на уровень... самоощущение человека, да, то есть хочет он демонстрировать, пусть демонстрирует, не хочет, пусть не демонстрирует. Но народу много, я так думаю, в этом году еще и погода благоприятствовала, не так холодно, так что все удачно. Настроение отличное. Когда весь народ объединяется, все национальности, все вместе идут, я думаю, это и есть праздник, когда все вместе. Восхищение и восторг, гордость за свое отечество. Парадная колонна прошла через центр города. На это время сотрудники ГАИ перекрыли центральные улицы. Праздничным маршем под лозунгом «Россия объединяет» участники демонстрации прошли до площади столетия Ленина. Очень хороший день и очень хорошее настроение приподнятое, хоть несмотря на то, что хмурая погода, но посмотрите, сколько народу, и они же пришли сами. Сейчас все современно, все открыто, пожалуйста, хотите, ходите, хотите, нет. Ну, раз молодежи это нравится, значит, это надо, значит, это нам нужно всем. Праздник сегодня новый, современный. И сегодня вот по количеству присутствующих на этом мероприятии можно сказать, что народу пришло много, единство должно быть. Даже погода не испугала людей, они пришли. Я стоял и смотрел в районе драмтеатра, и это уже колонна первая прошли, а концовка еще начиналась, можно сказать, еще только парка от стелы 30-летия Победы. И действительно сплоченность. Показано единение всех наций нашей республики, Российской Федерации. Очень отрадно, что очень много сейчас молодежи. Первые лица региона поздравляли ульяновцев и подчеркивали важность этого праздника для всех народов и конфессий, объединенных в России. Неминин и Пожарского освободило Москву. Но каким трудом далось это освобождение? За это пострадал священномученик-патриарх Ермоген. На этой же сцене для тысяч собравшихся начался праздничный концерт. Народные коллективы города развлекали ульяновцев. В будущем 4 ноября может стать главным государственным праздником страны. Многие торжества в России излишне политизированы и объединяют конкретные группы людей, но только не День народного единства. Он символизирует даже не столько восстание Минина и Пожарского, сколько объединение простых людей для спасения государства. Очень важно сохранять нашу культуру и ценить ее, сохранять наше единство. Сегодня нам бы также очень хотелось сказать спасибо тем поколениям, которые сохранили целостность и неделимость нашей страны. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.